В данном видеоролике я вам расскажу, что такое динамический IP и зачем он нужен. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Итак, друзья, хочу напомнить вам, что у меня есть друг, который помогает законным путем вернуть вложенные средства за донаты в играх по всему миру. Возвраты производятся как в App Store, так и Play Market за период от 60 дней до 540 дней. Есть возможность также помочь тем людям, которые заморозили учетные записи за самостоятельное вмешательство возвратов. Поэтому, чтобы избежать таких нелепостей, советую обратиться к данному человеку. Все данные будут в закрепленном комментарии и в описании под видео. Для чего нужен динамический IP? Если вы уже как бы искали вопрос, ключевое слово для поиска динамический IP, значит вы уже знаете для чего. Вам нужно сменить IP-адрес. IP-адрес меняется каким путем? Вы можете просто перезагрузить ваш Wi-Fi роутер и вы получаете уже сменный IP-адрес. Что нужно сделать для того, чтобы менять динамический IP-адрес? Вам нужно для начала созвониться с вашим оператором, если вы не знаете, и спросите, предоставляют ли они вам этот доступ. Изначально по умолчанию, или же если могут, то пускай они вам позволят это сделать. То есть, если вы сами поменяете, вы можете сбить полностью все настройки, и ваш Wi-Fi не будет работать. Поэтому с ними нужно сотрудничать, пообщаться, обсудить этот вопрос, либо же они сами вам настроят в автоматическом режиме, либо же вы вместе согласуете и настроите эту настройку. Давайте же приступим к тому, как это все-таки делается. Сейчас у меня IP-адрес 192.168.1.6. Сейчас после перезагрузки мой IP-адрес изменится. Ну вот, заходим. И как видим, IP-адрес у нас поменялся. Был 192.168.1.6, теперь 1.7. Спросите, как я это сделал? Да все очень легко. Нам нужно будет перейти просто в настройки вашего роутера. Обычно это бывает 192.168.1.1, у кого может быть 1.2. Но суть, вы должны будете зайти ниже, вот в систему и перезагрузка системы. Все. Вот что нам нужно, и перезагружайте. Вы можете это делать вручную на вашем модеме, либо же через настройки, вот через интернет с любым устройством, телефон, планшет, ПК и так далее. Но, чтобы это менялось, что вам нужно? Вам нужно, чтобы у вас был динамический IP. Вот и все, ребята, как вы понимаете, ничего сложного здесь не было. Вам нужно было просто уточнить этот вопрос, есть или нет доступ к динамическому IP-адресу, чтобы вы могли путем перезагрузки менять IP-адрес. Подписка, лайк, комментарий, делитесь этим видео с вашими друзьями, близкими и знакомыми. Всем пока!